кончалась лодочка. О, яузе. Вот такая была яуза. Она была прозрачная, чистая. Я даже разговаривала с людьми более старшего возраста. Они помнят, как купались в речке Яузе в Ростокино. И ловили рыбу, и ласкали белье их матери. В общем, такая была Москва. Патриархальная в окраинах своих, немножко утопающая в садах и в огородах. И, в общем-то, все вы помните еще заросли сирени на Мещанских улицах, которые сейчас переименованы.